Эта немецкая овчарка вот-вот сорвется с поводка и набросится на злоумышленника. Ее дрессировщик не сомневается, собака остановит преступника любой ценой. Сегодня она стала лучшей на областных соревнованиях по кинологическому многоборью. Хорошо. Вперед, барьер. Молодец. Юна победила четверолапых соперников из 9 исправительных колоний Харьковщины. Собаки соревнуются в 3 дисциплинах. Проходят полосу препятствий, ищут спрятанные предметы и задерживают преступника. В роли злоумышленника сегодня профессиональный кинолог. Валерия Омаха от травм спас защитный костюм. Весит снаряжение более 15 килограммов. Мы продемонстрировали то, что у собаки хватка достаточно крепкая для удержания нарушителя, который пытается вырываться. Также во время задержания производятся выстрелы, для того, чтобы никакие факторы не отвлекали собаку от выполнения ее задачи. Дисциплину задержания кинологи называют одной из самых сложных для собак. Оценивается она по нескольким критериям. Есть критерии. Значит, это элемент послушания. Значит, как вы видели, некоторые собаки не сильно выдержанные, например. Собаку должны были усадить, она должна по команде сработать. Дрессировщик овчарки победительницы признается, смог найти к собаке особый подход. Она по поведению, она холерик. То есть на месте сидеть, и она не может. Ей надо движение. В принципе, как в основном все немецкие овчарки, им надо движение. В квартире они, собака просто страдает. С ней надо гулять, бегать. На велосипеде она рядом бежит. Ну, движение, чтобы она все время бежала, двигалась. Уже в сентябре Юна будет отстаивать честь города на всеукраинских соревнованиях. А сегодня полакомится призовым кормом, который получила в довесок к своей первой золотой медали. Денис Квартальнов, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».